Ну куда ты, блин? Ребят, привет! Делаю для вас ролики, хочется всегда удивить, но вы стали настолько искушенные, что уже вас сложно удивить. К сожалению, вас можно удивить только либо очень новым оборудованием, таким как, например, все сейчас хотят 3080 видеокарту, узнать, как она работает. И, к сожалению, нет возможности рассказывать о таком железе. Я решил провести эксперимент, который будет мне интересен. Если вам интересно, присоединяйтесь. Что сегодня нашел в своих закромах родины? Это старые мои конфигурации, старое мое оборудование, которое нужно сейчас найти нового обладателя. Каким образом я могу это сделать? Могу это собрать в один большой компьютер и предложить за недорого купить этот компьютер. Точно так же я могу предложить оборудование за недорого, и часть полученной прибыли от продажи пойдет на развитие канала, и, возможно, это повлияет на создание более классных роликов. Точно так же вы можете обратиться в городе Санкт-Петербурга, я могу продиагностировать ваши неисправности, либо собрать вам компьютеры. Собрать компьютер я могу легко из любого оборудования, предложить низкие цены, будет возможность, желание, обращайтесь. Итак, я возвращаюсь к нашему сегодняшнему проекту. Я решил проэкспериментировать. Это старая моя конфигурация, процессор 3770. Давным-давно я сидел на этом процессоре, я даже на нем умудрялся играть одновременно и стримить. И взял вот такой вот здоровенный пассивный радиатор, который изначально идет как безвентиляторный, то бишь для охлаждения систем. У меня этот вентилятор был установлен, когда у меня было несколько компьютеров, он был установлен на слабеньком процессоре, но третьего поколения. А в этот раз я хочу поэкспериментировать, справится ли вот этот радиатор с процессором 3770. Вы скажете, наверное, это лютое старье. К сожалению, я уже не найду комплект крепления под другие сокеты типа 2011. У меня нет процессоров современного 10-го поколения, чтобы продемонстрировать, как он может работать с процессорами 1040F, там 1070F, очень интересно. Радиатор это Zalman, здоровенный Zalman FX100. Он немножко, видите, отсутствует вот здесь деталь, которую я где-то посеял, где-то потерял. Здесь вот такая еще рамочка закрывающаяся, которая делает красивый радиатор. Этот радиатор пассивный, для пассивного охлаждения. То есть его нужно чем-то обдувать таким вялым, текущим, и тогда у вас все будет хорошо. Но если вам покажется, что недостаточно отводит тепло, сюда можно было установить либо 80-ку, 80 мм вентилятор, либо 92 мм. Вот, к сожалению, я уже не помню его тактико-технические характеристики. Про старье. Я люблю рассказывать про старье. Старые какие-то железки, которые работают и как они работают в современном мире. Ну и заодно расскажу про корпус. В этот раз я взял корпус Thermaltake Versa J22TG. Боковое стекло каленые. Сейчас оно отсутствует, потому что я уже приступил к реализации этого проекта. Немножечко про этот корпус. Вы знаете, мне хотелось построить какую-нибудь красивую систему. По умолчанию идет всего лишь один 120-миллиметровый не светящийся вентилятор. Он не радует. Очень хотелось сделать, чтобы радостно. Этот раз я воспользовался, и я взял вот такие вот старые модели вентилятора от Thermaltake, 3 штуки. Это старые вертушки, 120-миллиметровые, имеют ободок вот здесь, который умеет менять цвет и делать более радостную вашу систему. Корпус рассчитан для установки, ну скажем так, не сильно здоровенных систем, маленьких, компактных. Очень хотелось собрать все цветное. Но, как вы понимаете, есть комплекты из трех вертушек, но четвертая вертушка выбивается. Нужно либо два комплекта, а это уже, скажем так, другой бюджет. Что делать с двумя оставшимися? Если брать другую какую-то систему освещения, то есть одна система освещения светит одним цветом, это другим, это будет какофония выбиваться и, ну, в общем, нужно что-то было делать. Но в лицевую панель всегда хотелось установить почему-то три вентилятора. Я решил: окей, у меня есть бесшумный радиатор, который не надо никакого охлаждения, и мы сделаем вот такой эксперимент. Вот таким образом рождаются эксперименты. Сейчас я вам расскажу о блоке питания, который мы в этот раз возьмем. Блок питания мы возьмем Chieftec модельный ряд А80, и это моделька CTG550C. Частично модульный, 4 отверстия под провода SATA, Molex и все остальное, и
два провода для видеокарты. Это начального уровня блок питания, но свои 550 ватт, он, вернее, для своих 550 ватт, он достаточно тяжелый. К сожалению, я сейчас просто, ну вот реально не хочу проводить эксперимент на замыкание, метод нитроксенуса будем называть, чтобы посмотреть, отключается, уходит, горит ли провода. Не хочу. Продемонстрирую через некоторое время, какие просадки у этого блока питания получается у нового. И, естественно, в первую очередь я хочу выяснить длину проводов, потому что это очень важно. Вот для такого типа корпусов, когда размещение внизу, провода должны быть достаточно длинные, чтобы хватило, например, для хорошего обратного кабель-менеджмента, чтобы дотянуться до, например, 4-пинового подключения или 8-пинового подключения материнской платы. Сейчас нагружу этот блок питания. Хорошо нагружу. Он рассчитан на 550 ватт. Я его нагружу, постараюсь нагрузить точно так же. И посмотрим, как это работает. Какие напряжения показывают на линиях. Оставил его полчаса на прогревание. Опять же, к сожалению, я не буду проводить испытания по методу нитроксенуса. Я не буду сбрасывать крышку и лезть туда пирометром, потому что блок питания запечатан. Итак, смотрите, сейчас блок питания в нагрузке 540 в среднем кушает блок питания из розетки. 12-вольтовых линиях вот такое, вот видите. 4,70 просадочка, видите, какая интересная, на 5-вольтовой линии. На другой 5-вольтовой линии 4,97, 3,3 вольта, 3,2. Если честно говорю, сейчас на линии 3,3 дается 21 ампер нагрузка. Нужно, конечно же, догнать до потолка 22 ампера, как написано на блоке питания. Если просто вот в холостую блок питания оставить работать, вы увидите, сколько сейчас это все будет потреблять из розетки. Я его выключил. Сейчас блок питания кушает всего ли ничего, там порядка 13 ватт. И вот такие вот просадки. Конечно же, система охлаждения подняла обороты максимально, но, если честно, меня заглушает сам прибор все эти звуки. Вот такие вот, видите, показатели. Судите сами, хорошо это или плохо. Естественно, в компьютере совершенно другие показатели. В моем случае вот на этой системе тоже присутствует погрешность. Не могу говорить о том, что это идеально точные показатели. Точный прибор стоит очень дорого. Продолжаем собирать эту конфигурацию, и как вы видите, длина провода при установке блока питания в нижнюю часть хватает даже с запасом. Здесь можно сложить. И сразу же обнаружился косяк, который, конечно же, я уже забыл. Если даже радиатор прикручен к системе, то, например, запитать 8 пин очень сложно. Здесь не подлезть ни с этой, ни с другой стороны. Скорее всего, в больших корпусах было удобно работать, а вот в таком вот более компактном корпусе неудобно. Радиатор был мной уже прикручен, нанесена паста, и теперь мне надо его отделить. Вот отделили, паста присутствует. Ну, поехали. Точно так же нет возможности идеально установить материнскую плату на болтике, если прикручен кулер, конечно же. Обратите внимание, так как у нас используется безвентиляторный радиатор, как вы все прекрасно знаете, при включении материнская плата, обычная материнская плата, такая как, ну, бытовая материнская плата, будем его так называть, она опрашивает все вентиляторы на предмет, работаете вы или нет. Если вдруг какой-то вентилятор либо отсутствует, либо не работает, она об этом сообщает. В данном случае, конечно же, эту ошибку можно отключить, и она выдает это как ошибка. Мы можем запитать вот этот вентилятор на CPU фан и тем самым сказать, что этот вентилятор относится к процессору. Либо просто пойти зайти в BIOS, игнорируя эту ошибку, загружайся дальше. Нужно об этом рассказать. Потому что когда ты увлекаешься сборкой, да, когда все хорошо, тебе все нравится, все чики-чик, ты забываешь, что у тебя модульный блок питания. Да ё-моё, я немножко перепутал провода. Во-первых, я вот тестировал через один провод вот этот, а мне нужен другой совершенно, то есть мне нужно SATA подключение, потому что у меня не будет никакого молекса, по-моему, если я помню, ну, возможно, будет молекс, подключить, конечно, видеокарту. И тут становится понятно, что блок питания-то я уже прикрутил, да и провода уже, грубо говоря, знаешь, вот так прокинул. И вот в этот момент, ух ты, а чуть за брак производства такой, смотрите, погнутая штука. И тут в этот момент именно вот это пространство становится самым актуальным. Я всегда в обзорах корпусов
акцентирую внимание вот на это расстояние, которое позволяет либо спрятать сюда кучу проводов, либо руки сюда засунуть. В этой модели, вы видите, можно руки засунуть, и это хорошо. Я немножко ошибся, блок питания прикрутил, мне нужно подключить провода, если было бы узенько, туго бы можно было бы тянуть руки. А теперь, когда ты можешь две большие ладошки, понятно, что у вас более сексуальные ладошки, маленькие, не такие страшные, как у меня проблема. И в этом корпусе эта проблема не так остро стоит, потому что сюда можно засунуть две ладошки. То есть, вот, понимаете, да? Можно. Окей. Веселая история получается. Смотрите, машинку-то я собрал. Опять вылез косяк. Вот именно интересно решать такие... Вроде бы передняя панель рассчитана для установки трех вентиляторов, там даже есть отверстие, все хорошо. Но при установке трех вентиляторов, которые сейчас светят не в попад передней панели, я обратил внимание, что не вращается верхний вентилятор. Потом, да как так-то? Он точно вращается, а тут не вращается. И теперь, чтобы вам продемонстрировать проблему, нужно немножечко сейчас вот все развинтить, если это красиво. Я попытаюсь сейчас показать некрасиво. Операционную систему я уже установил. Сейчас покажу вам, в чем проблема. Это весело. Сейчас корпус лежит на боку. Я вам пытаюсь продемонстрировать. Смотрите, вот тут есть вот такая вот кусочек пластмассы, которая упирается в верхние лопасти и тем самым их блокирует при установленной панели. Я долго думал, а зачем он здесь? Вот понимаете, какую функцию он несет? Кто-то из инженеров, это мое оценочное суждение, кто-то немножко не протестировал. И я вот уже на старом этом барахле сейчас выяснил этот прикол. Устанавливаешь три вентилятора, и вот этот кусок пластмассы упирается в верхний вентилятор. Скорее всего, опять же, я использую недокументированные возможности. Вот здесь, ну, есть отверстие. Я вот установил, ребята, оно же не на соплях, то есть оно на отверстиях. И теперь физически изменить корпус. Я не побоюсь решить эту проблему именно кусачком. Оставил систему нагреваться порядка полчаса. И результат меня немножечко... радует. Я понимаю, что это стресс-тест АИДа, это не самый нагрузочный тест на процессор, но на процессоре сейчас температура от 60 до 75 градусов. Как по факту, мне кажется, это неплохое решение. Даже 37-70. Но по факту я собрал очень тихую машину. Я просто не слышу, как работают передние. Они вращаются где-то в среднем от 300 до 1300 оборотов в минуту. Это можно контролировать программным обеспечением, которое, ну, можно установить. В нем же можно выбрать разный режим освещения, начиная от RGB или конкретного цвета. И она стоит, по моим подсчетам, ну, недорого. Если вы захотите такую систему, вы туда можете установить свою видеокарту, свои накопители. Ссылка в описании, найдете цену. Естественно, я могу вам собрать другую конфигурацию. Так что звоните, пишите. Ссылка в описании, мой магазин. Подведем итоги. Мне хотелось проэкспериментировать со старым железом 3770, вот этим большим кулером, который я на самом деле не рассчитывал, что он справится с 3770. Я действительно забыл уже, насколько то ли холодный 3770, либо мощный вот этот кулер. Да, есть в этой сборке небольшие минусы. Это то, что у меня нет защитной крышечки, но если, наверное, хорошо поискать, может быть, я где-нибудь ее найду. Я собрал вот такой вот светофор. Я специально его выбрал, такие цвета, чтобы продемонстрировать возможности вот этого набора вентиляторов. Я могу собрать вот такие вот веселые системы. Это очень бюджетно выходит. Конечно же, стоимость вы можете посмотреть на сайте, ссылка в описании. Заказать свою сборку. Обсудим с вами, на каких элементах мы можем сэкономить, чтобы собрать оптимальную сборку для вас. Начиная от обычного компьютера, имеется в виду кассового аппарата, и заканчивая, возможно, даже захотите, сервер вам соберем. Максимальная скорость оборотов этих вентиляторов — это 1300, ну, будем считать 1400. Естественно, эти вентиляторы слышны. Когда я проводил свои испытания, системе сказал: делай, что хочешь. Вот она как вот была там настроена по 800-700 оборотов, так и вот результаты у нас получились до 75 градусов на пассивном радиаторе на процессоре 3770. По-моему, это отличный результат. Также, если вдруг вам вот все понравилось, ставьте лайк, можете бабушке, дедушке и всем рассказать, что здесь можно собрать компьютер недорого. И если будет большая движуха, конечно же, мы будем показывать актуальные на 20-21 год сборки, да, там, с Ryzen, интеловскими процессорами. Дай бог, возможно, даже и серверное что-нибудь покажем. Спасибо, что посмотрели. Счастья, здоровья, удачи. Подписывайтесь на все социалочки, инстаграмчики там и все остальное. Всем счастья, здоровья!
удачи и пишите письма.